приветствую всех на своем канале, друзья мои. Сегодня я вот опять занята своими филодендронами. Вот пересаживаю их. Вот это вот стаканчики у меня обычные, полулитровые. Вот в таких стаканчиках они у меня были. Весной я снимала видео, как я их укореняла сфагнумами. Потом я пересадила вот их в такие стаканчики. И вот такие они дали корни, бедняжечки, уже все сидели, скукожились. Вот здесь вот их 2 штучки посажено, там еще у меня есть по 2. Вот. И, в общем, это у меня все было по заказам. Но так как я проболела почти всю осень и не смогла вовремя увезти, а теперь холодно мне просто-напросто. Ну, попробую дать объявление. Может быть, девчонки купинские, кто и захочет, я тогда увезу. Вот, если уже где-то не купили. Ну, вот так-то я пересаживаю. На одно я положила мох сфагнум. Потом немножко грунта. Грунт я составляла, много-много резала сфагнум. Покупная земля, огородная земля и перегной. И вот так вот я все это дело засыпаю. Слегка постукиваю. Горшочек это у меня литровый. Пересаживаю. Конечно, он маловат, но я думаю, даже если я его и не куда-то реализую в хорошие руки, то до весны он у меня по-любому будет здесь стоять. Больше я его пересаживать не буду. Ну, вот так вот. Это у меня филодендрон Эванси. Я покажу сейчас, какой он будет. Он будет большой, листья резные у него. Вот здесь у меня рабочие моменты. Вот это вот я уже пересадила. Вот это вот Империал Грин у меня. Лист тоже будет у него большой. А вот этот у меня такой Голди Лок. Тоже уже пересаженный. Вот, пожалуйста, хотела я показать, как будет смотреться лист. Ну, вот то, что вот он в тесноте сидел, это уже новый лист выпустил. Вот такой вот он резной, красивый будет лист у Эванси. Вот такие вот. Здесь тоже 2 штучки. Ну, сейчас еще остальные буду пересаживать. Кроме филодендронов, я сегодня еще разделю сейчас вот на деленки свою махровую гвоздичку. Я показывала ее не однажды, как она у меня очень красивая, бордовая, махровыми цветет на улице. Вот в этой вазочке цвела. Сейчас вот разделю ее, насколько у меня здесь, 5-6 стаканчиков на 6 кустиков. Больше мне не надо, да и больше мне ставить некуда. Выкапывать я ее не стала, просто взяла, вот выстригла сколько-то, сколько мне нужно. Вот столько черенков. Теперь сейчас каждый освобожу от засохших листочков от всего и поставлю стаканчики на укоренение на весну. А этот сейчас полью хорошо. Он мне оказался очень-очень сухим здесь. И если он будет расти, пусть растет. Весной опять высажу в этом же горшке, возможно, грунт или пересажу. Вот сильно делить не стала. Вот такими вот пучками я и посажу. Просто подсохшие поубирала и все. А эти так и посажу в стаканчики. И вот, друзья, все, я закончила. И в итоге у меня получилось пересаженных вот 4 Империал Грин у меня. Вот это вот он. Вот этот вот тоже. Я большой лист оторвала. Это уже пошли новенькие от этого. Этот вообще шикарный. Так что к весне еще не захочу с ним расставаться. И вот он очень хорошенький, молоденький. Вот такой вот. 5 штук у меня вот Эванси. Это вот с таким листом. Это просто лист, как сказать, без грунта. При укоренении такой получился. Но он отпадет. А потом будут большие такие огромные листья. Вот такого плана. Такие вот фигурные все. А пока листики идут вот такие у них. У филодендронов у всех. При укоренении сначала идут вот такие ювенильные листья, а потом идут настоящие. И вот у меня их 5 штучек будет вот этих вот Эванси. Они вот какие у меня же большие. Это вот тоже Эванси. Вот он. Лист у него. Вот. А это вот уже пошли. Ну, в общем, у всех пошли уже листья. Не только что корневая. Корневую я показывала. Корневую еле
выдавливал со стакана. И вот таких у меня 3 штучки Голди Лок. Голди значит золотой лок. Вот. Вот такие тоже красавчики. Все, все уже растущие, все, все прекрасно себя чувствуют. Все перевалило в хороший грунт. Ну, правда, емкости у них вот-вот-вот-вот. Ну, до весны хватит. И вот 6 штучек моих гвоздичек, которые поставила укореняться. Они укоренятся легко. Я их сейчас поставлю в контейнер, накрою крышкой на недельку. И все будет прекрасно. Вот на этом, наверное, у меня закончилась моя эпопея по перевалке и пересадке комнатных. Благо, что у меня сейчас немного осталось, не то, что было раньше, наверное. Кто помнит, ко мне заходил в одноклассники. Вот, одних только филодендронов было 27 наименований. Ну и вот, переваливать буду или пересаживать, возможно, если потребуется колиусом. Они у меня не такие большие емкости высажены. Если что, то придется зимой немножко пересадить. А так, до весны никаких перевалок. Начинаем уже, наверное, с конца ноября, с декабря посевную. Напоследок покажу. Вот сегодня перевалило один колиус. Ну, он слишком большой у меня уже вырос. И он мне очень уж нравится. Давным-давно он у меня, вот этот сорт. Вот я пересадила его в большой горшочек. А так больше пока никакие не буду трогать. Ну все, на этом пока-пока. Всем крепкого здоровья, благополучия и мира.